spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. У отечественной компании Novatour есть направление Fisherman, которое включает в себя экипировку, предназначенную специально для рыболовов. И сегодня в нашем обзоре представлены сапоги Брод. Они могут пригодиться не только на рыбалке, но и на огороде, и при выездах на природу, да и просто для использования в межсезонье. Давайте поближе их рассмотрим. Основным материалом для изготовления сапог является резина. Она достаточно мягкая и обладает небольшим весом. Масса пары составляет порядка 1,7 кг. Именно резина придает изделию водонепроницаемость. Сапоги имеют достаточную высоту, чтобы вы спокойно ходили по берегу реки или преодолевали неглубокий брод, без опаски промочить ноги. Ширина голенища имеет оптимальный размер, чтобы одевать и снимать обувь без лишних усилий. В задней части расположена дополнительная расширяющаяся вставка, а чтобы сапог плотнее сидел на ноге, предусмотрен оригинальный фиксатор. Спереди находится надпись Fisherman, которая не является светоотражающей, но ее хорошо видно при слабом освещении. В районе пятки имеется небольшая шпора. Она предназначена для облегчения снятия обуви методом нога об ногу, когда сапоги слишком грязные и вам не хочется пачкать руки. К верхней части приваривается подошва. Под пяткой есть небольшой каблук высотой около 2 см. Но вот в остальных местах она не слишком толстая, а потому вряд ли сможет уберечь ступню от проколов длинными острыми предметами. Благодаря своей высокой эластичности и специальному рисунку протектора в такой обуви удобно передвигаться по различному грунту. Это может быть песчаный или каменистый берег, глинистое дно водоема или скользкие камни. Сапоги Брод комплектуются мягкими двухслойными стельками. Верх у них тканевый, а вот нижняя часть выполнена из мягкого спиненного материала. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.